Всем привет из Беларуси. Здесь такой вот вид, чудесное поле, прямо за фазендой, за дачкой. Огромное поле, где-то там может быть видно, может быть нет, идет дождь. Там за линиями ЛЭП. И только слышно, как стрекочут разные кузнечики. Это уже почти 9 вечера. Такой очень теплый августовский вечер. Теплынь, красота. Вот тут бак с водой. Вот тут растет совершенно замечательная тыква. Тут, наверное, не видно, там еще одна. Вот. Очень здесь спокойно. Я сказал бы, умиротворенно очень. Хорошо. То есть такой вот. Люди едут в Индию, в какие-то ашрамы, для того, чтобы у них там такой ретрит какой-то духовный, душевный произошел. А на самом-то деле наш душевный такой духовный ашрам, он находится в том месте, где нам тепло. Где нам просто тепло с близкими, родными людьми, и мы делимся этой эмоциональной теплотой, мы получаем эту эмоциональную теплоту от них. И вот в этом месте нам действительно хорошо. Мы возрождаемся, мы чувствуем себя частью, неотъемлемой частью этого мира. Мы наполняемся этими эмоциями, этой тишиной, этим спокойствием. Где-то там на горизонте идет дождь. Стоишь, смотришь на всю эту красоту. Она такая очень неброская, очень спокойная. В ней нет ничего такого прям вот вызывающего, радикально красивого. Но на самом деле, если присмотреться, если смотреть внимательно, да, таким вот внутренним зрением, я бы так сказал, вот видишь красоту этого мира буквально во всем. В этом поле. Вот в этом столбе, который даже не совсем ровно стоит, ну тут неизвестно уже сколько он тут десятилетий стоит, вот в этом закате, в том, что вот только что мы пообщались с нашими родственниками, совершенно замечательные люди, вот, и наполняешься такой безмятежностью, спокойствием, и ты понимаешь, что не надо тебе ехать ни в какую Индию для того, чтобы обрести эту эмоциональную стабильность. О, комары цепляются. А эту эмоциональную стабильность, это спокойствие, что этот центр мира конкретного для тебя и здесь, вот он находится именно в этом месте. Это может быть где угодно. Какое угодно место в этом мире. Вот как-то так.